Заминировавшего сети МОЛ нашли полицейские. В Караганде задержан 22-летний лжетеррорист, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел области. Напомним, 7 января неизвестный позвонил на номер 101 и сообщил, что в здании торгово-развлекательного центра находится предмет с проводами и часовым механизмом, похожий на взрывное устройство. На место сразу же выехали все службы спасения. Саперы ДВД тщательно обследовали здание. Взрывное устройство обнаружено не было. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что задержанный мужчина причастен к аналогичным преступлениям в сентябре и в ноябре прошлого года. Он сообщил, что взрывное устройство заложено в здание Казпочты и областного медицинского центра. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.